Всем привет, ребята, с вами Чикен Фёдор. Сегодня у нас будут шутки в ЧГ. Ну что ж, я сейчас подсоединюсь к специальному серверу. Ну а мы пока начнем. Здравствуйте, можно мне заказать что-нибудь? Нельзя. Вы видели, что у нас ресторан сегодня не работает? Сегодня же воскресенье. Мы не работаем. Стойте. Как вы говорили, так у вас же там написано, что вы каждый день работаете. Я увольняюсь. Я увольняюсь. Не могу я больше. Я не могу здесь работать. Все, я увольняюсь. До свидания. Здравствуйте, вот ваш заказ. О, спасибо. Приятного вам аппетита. И вам... О, спасибо, вы мне пожелали приятного аппетита. Я с вами тут посижу. Удачной вам работы. И вам... Вы что, намекаете, что мне надо пойти работать с вами? Нет. Пожалуйста, не надо меня тикать. Пожалуйста, не надо, пацаны. Я перезайду. Все, я перезайду. Сейчас вы только глазом не успеете моргнуть, а я перезайду. И отомщу вам всем. Так, где они? Где мои пацаны? Я вам отомщу. Так, все, я присоединился. Сейчас вообще всех на этом сервере разнесу. И чё, у тебя винтовка, и чё? Нет, не надо, ПЖ, не надо. Не убивай, я сейчас тебя... Всё. Убил наконец-то кого-то спустя 5 миллиардов лет игры. Это же так прикольно. Вообще, я профи. Надо пить закамский квас. Ну все, иди спать. Так на дворе же. Еще светло. Нет, на дворе темно. Вообще-то темно, потому что, смотри, сколько сейчас время, я не знаю, и я не знаю, значит, сегодня, сейчас темно. Да откуда ты это знаешь? Ты чё, посмотри в реальности на окно, ты уже 5 часов в эту игру играешь. Ну что, ребят, это получились вот такие смешные прикольчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока!